Такое выступление связующего не могло не заставить Томаса Самуэлло не задуматься о возвращении Павла Панкова в национальную сборную. Ну, как вернуться? Я бы назвал это возможностью полноценно дебютировать. Ведь до 2021 года Панков провел лишь один матч в 2017 году в рамках мировой лиги против сборной Франции. Почему игрок, который с молодежкой выиграл все, что только можно, не играл за старшую команду? Ну, например, в 2018 году Павел должен был выступать в Лиге наций, которую, я напомню, Россия завершила своей победой, но травма плеча помешала принять в ней участие связующему. А потом, когда он набрал форму, нагрянула пандемия. И снова нет. Хорошо, что феноменальный сезон с Динамо, где он выиграл MVP финала 6 и финала Кубка ЭКВ, позволил Павлу поехать на Олимпиаду. И пусть ключевой фигурой он там не был, но большую часть финального матча против французов пасовал именно он.